Накануне профессионального праздника слова поздравления принимают сотрудники прокуратуры. Почти три столетия ока Государева, как называл ведомство отец-основатель Петр I, неизменно остается одним из самых важных институтов по охране интересов государства, защите прав граждан и борьбе с преступностью. Ежегодно сюда поступает более 45 тысяч обращений, в результате восстанавливаются права тысяч граждан. Одно из важнейших направлений работы надзорного органа – противодействие коррупции. Прокурорами наработана практика привлечения к административной ответственности юридических лиц, от имени и в интересах которых передавались взятки и коммерческий подкуп. Только по таким делам за 2018 и 2019 годы назначены штрафы в размере 78 миллионов рублей. Из них в бюджет поступило более половины. Для обеспечения уплаты штрафов также заявлены ходатайства об аресте имущества юридических лиц на 500 миллионов рублей. В основе этих показателей результаты участия прокуроров, координации целенаправленной работы правоохранительных органов по противодействию коррупционной преступности. В первую очередь, дачи и получению взяток, так называемой системе откатов. При взаимодействии с органами ФСБ по Республике Коми реализован комплекс мер по выявлению и пресечению фактов коррупции в государственных компаниях. Возбуждены уголовные дела о получении откатов должностными лицами компании «Роснефть», «Северная нефть». Рассматривается судом уголовное дело в отношении топ-менеджеров публичного акционерного общества МРСК «Северо-Запад». В 2019 году за участие в организованных преступных ячейках привлечены к уголовной ответственности 123 человека. Буквально накануне в прокуратуру поступило основное уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд в отношении банды Пичугина. По результатам расследования группировка обвиняется в том числе в совершении 7 квалифицированных убийств, 16 тяжких и особо тяжких преступлений. Вами много сделано в реализации ключевых задач. Это прежде всего в укреплении законности и правопорядка, в защите законных интересов нашего государства, в защите прав и свобод наших граждан, в сохранении социальной и экономической стабильности Республики Коми. От вашего профессионализма зависит сегодня эффективность работы борьбы с коррупцией и формирование единого законодательного поля в нашей республике. Сотрудники прокуратуры активно взаимодействуют с парламентом Республики Коми. За безупречную службу наградами генерального прокурора России поощрен 21 работник прокуратуры Коми. Свыше 60 работников и ветеранов поощрены приказом прокурора региона.